Майнкрафт возглавила список самых просматриваемых игр 2020 года на YouTube. Статистикой поделилась администрация платформы. В общей сложности видео по Майнкрафт собрали 201 миллиард просмотров. В топ-5 также вошли Roblox, Garena Free Fire, Grand Theft Auto и Fortnite, однако их статистика значительно хуже песочницы от Mying Studios. Эти релизы собрали от 68 до 78 миллиардов просмотров. Как отмечает YouTube, 73% пользователей сервиса хоть раз смотрели игровые прямые трансляции. Ранее список самых успешных игр 2020 года опубликовал Steam. Представители платформы разделили тайтлы по категориям по типу контролеров, наличию поддержки VR и другим критериям. Не забудьте поставить лайк под видео, сделать комментарий, подписаться на наш канал в YouTube. Если хотите поблагодарить автора, то подпишись в ВК, ссылка под видео. Автор видео о всяком. Всем спасибо за просмотр. Не болейте.